Студенты университетов и колледжей Восточного Казахстана на фестивале «Студенческая весна-2022» в Усть-Каменогорске продемонстрировали свой творческий потенциал и в очередной раз удивили жюри своим мастерством. Традиционный фестиваль талантов проходит в областном центре уже много лет подряд. Во время пандемии у ребят не было возможности выходить на сцену. Но в этом году мероприятие вновь прошло в привычном формате, что доставило и зрителям, и участникам массу удовольствия. На концерте побывали мои коллеги. В минувшую субботу Дом дружбы народа Казахстана был заполнен буквально до отказа. Сотни молодых людей и их друзей пришли, чтобы посмотреть зрелищное выступление студентов из 4 вузов и 6 колледжей Восточно-Казахстанской области. «Студ весна» — это не только конкурс талантов, говорят организаторы, но и отличная возможность для абитуриентов выбрать вуз для будущей учебы. То есть молодежь очень заинтересовалась этим мероприятием. Особенность этого нынешнего года тем, что она именно посвящена тематике межнационального единства. Она особенно актуальна нынешней ситуации. Особенно в этом году, во-первых, у нас 30-летие Дома дружбы. И, безусловно, вопрос межэтнического согласия, стабильности в обществе в Казахстане остается одним из главных приоритетов политик в сфере идеологии. В фойе Дома дружбы каждое учебное заведение разместило свою визитную карточку. Здесь выпускники школ могли узнать всю информацию о колледже или университете, а также о профессиях, которые нужны в области и будут 100% востребованы на рынке труда. Большое спасибо организаторам, потому что так как большинство выпускников школ города Усть-Каман не может подойти к нам, города семей, поэтому мы сюда пришли, чтобы презентовать свои профессии, свой университет. Мы благодарим начальство, мы благодарим ресурсный центр молодежный за такую поставленную возможность выступить на этой большой сцене, выйти с наших учебных заведений. Благодарим также нашего ректора Толига Мухтара Дебековича. По эмоциям хочется сказать, что именно студенческая весна – это очень незабываемая вещь, потому что каждый год она все лучше и лучше, и каждый год намерена все сильнее и сильнее. В наш город приехали гости, значит, город семей. Благодарим город семей за такую атмосферу, потому что были очень бомбические номера. «Студ весна», говорят студенты, прошла на высшем уровне. Победителям вручили денежные призы. Отметим, что по итогам онлайн-голосования молодежь признала лучшим восточно-казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова. Алексей Сафонов, Евгений Щетников, Алтай Акпарат.